Всем привет! Меня зовут Наталья. Итак, если вы смотрели предыдущий ролик от Ле, то уже поняли, что мы открыли новую рубрику, где мы развенчиваем мифы о садоводстве, подсмотренные на просторах интернета. Напомню, наш канал старается максимально корректно относиться к коллегам по цеху. Мы понимаем, что все знать невозможно, и у всех бывают ошибки и промахи. Учитывая, что садоводство – это не точная наука, нет единого алгоритма или формулы. Слишком много факторов извне, от которых мы с вами зависим. Но порой видео наших коллег с идентичных каналов встречаются настолько очевидно вредные советы, что я просто не могу молчать. И сегодня я разберу один из таких роликов, чтобы предметно указать на ошибки, которые могут стоить владельцам растений не только потраченных нервов, но и внушительной суммы денег. Речь пойдет о ролике, где вполне уважаемый нами блогер рекламирует чудо-колпаки для укрытия туй на зиму. Колпаки – это прекрасно, но вот только они не являются идеальным средством укрытия от солнечных ожогов. Это ошибка. Колпаки совершенно точно не спасут ваши туи от солнечных ожогов. Более того, они, скорее всего, приведут к их гибели. Чтобы не быть голословной, давайте посмотрим. Вот у них туи осенью сочные и яркие. Конечно, это же смарагд. Сорт отличается отсутствием зимней окраски, изумрудной зеленью. А теперь давайте посмотрим на весенний ролик. Место съемки то же самое. Посмотрите, снимается колпак, и что мы видим? Сухая, но еще не потерявшая цвета хвоя сыпется, как труха. Страшно. Страшно не это, а то, что люди, снимая этот сюжет, уже знали, что туи сдохли под колпаками. Ведь колпаки-то выглядят как новенькие. На нашем канале был сюжет, где мы подробно рассказывали, почему эти колпаки не подходят и какой материал лучше. Задерживаться на этом долго не буду. Напомню только, что весенний ожог наступает в результате дефицита влаги в хвое. Мы помним, что самое большое количество солнечных дней в Ленинградской области приходится на февраль. Помним, что у хвойных процесс фотосинтеза продолжается зимой, только происходит крайне вяло. Но с увеличением солнечных дней он усиливается, а это приводит к повышенному испарению влаги в хвое. Однако у свежепосаженных растений корневая система еще недостаточно глубокая и плохо развита, а верхний слой земли сильно промерз. Таким образом, пополнить недостаток воды растение самостоятельно не может. Вся влага испаряется из веток и хвои, и это приводит к гибели отдельных частей растения. Укрывая растение таким колпаком, мы только усиливаем испарение. Материал должен притенять, а не создавать эффект парника. Есть еще один важный вопрос – когда открывать? В этом году было достаточно много снега, не было сильных морозов, и земля почти не промерзла. Поэтому можно было почти сразу снять укрытие. Хватило буквально нескольких дней, чтобы верхний слой оттаял. В прошлом году все было наоборот. Снег растаял, но земля была еще долго промерзшей, поэтому сразу открывать не стоило. Нет четкой даты, когда вы снимаете укрытие. Каждый год ситуация разная. Просто следите за погодой, учитывайте, насколько ветреное место, солнечное или теневое. Все определяется индивидуально. И еще один совет. Не снимайте укрытие в солнечную погоду. Вспомните, как вы себя чувствуете, когда выходите на яркий свет из темной комнаты. Идеально снимать укрытие в пасмурную погоду. Но можно рано утром или вечером. Также в ролике наших коллег вы услышите совет, что туи нужно поливать минеральным удобрением, пока почва еще не оттаяла. Это тоже ошибка. А еще и кислым торфом вдобавок. Но чтобы точно, если уж какие-то шансы выжить остались, то их все свести на нет. Таким образом, туя должна получить весь комплекс питательных веществ, если корневая система не работает. Корневая подкормка имеет смысл только тогда, когда корневая система уже в действии. Мне непонятно, зачем мульчировать кислым торфом. Существует заблуждение, что все хвойные любят кислые почвы. Но это ведь не так. Туя не требовательна к почвенным условиям и растет почти на любых грунтах, от слабощелочных до слабокислых, но не кислых. И апогеем всего этого абсурда стал призыв к покупке этих колпаков весной. Как человек, который зарабатывает на продаже растений, я должна сказать большое спасибо этому каналу, так как если следовать этим советам, то туи у вас неизбежно будут погибать, и вы снова придете ко мне за растениями. Но как человек и профессионал, я говорю, что такая агротехника недопустима. В октябре прошлого года наш канал выпустил подробное видео
об укрытии хвойных. Очень рекомендую пересмотреть его и не допускать ошибок в этом очень важном вопросе. И в заключение я в очередной раз повторю, что садоводство – это не точная наука. Здесь у вас может быть только один советчик и помощник. Это здравый смысл. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся.